Алло всем! Здравствуйте всем! И добро пожаловать на наш канал! Хочу вам показать, какой самовар нам сегодня пришел. Мы выписали самовар на дачу. Будем теперь чай пить, и зеленый, и черный, и листики всякие добавлять туда. Особенно нам сказали с этого, со смородины туда накидать листики. Он очень вкусный. Теперь, что я хочу сказать. Мы уже смотрели очень много вариантов. Мы смотрели, значит, такой, знаете, как вот тут вот наверху, как труба, да? Туда вот веточки кидаешь, палочки, можно разжигать. Но мы так с мужем решили, что не будем такой, потому что это такая проблема разжигать. У наших знакомые взяли и говорят, это большая проблема, пока туда накидаешь, пока она разгорится. Мы взяли такой вариант. Он самый лучший. Он разжигается, вот тут вот открывается снизу и очень быстро разжигается. Сюда палочки ложите и моментом разжигается, как печка. Вот. Вот какой самовар у нас. Вот оно. Потом чайничек. Посмотрите, какой. Вот он какой. Я его уже помыла, раскрыла его, потому что мне надо было проверить, целый он пришел, не целый он пришел. Тут все открывается, все разбирается. Вот он. Тут не буду дальше, чтобы я его так склала. Вот он, очень удобный. Даже если этот погнется или что, хоть можно купить и сюда положить новый какой-нибудь побольше. Тут видите, даже задвижка есть. И всегда чай у вас будет горячий. Но мне очень нравится, когда, знаете, именно вот здесь разжигаешь, не сверху. Теперь будем пробовать. Посмотрите, какая у нас погода. У нас дождик, ветер, ураган. Вчера была хорошая такая погода, сегодня вообще. Температура сильно-сильно холодная. Сегодня утром очень холодно было. Вот. Чайничек этот где-то стоил, я не знаю точно, где-то 30, около 40 ойров. Они все разные. Это у нас на 3,5 литра чайник. Там были и побольше, и поменьше. Но мы выбрали такой. Там был и за 5, на 5 литров. Ну, очень-очень мне понравилось. Очень хороший такой, удобный такой. Вот, сюда поставлю. Ну, теперь ждите видео, как будем делать чай. Хочу поблагодарить моих подписчиков. У меня сейчас стало больше еще подписчиков. Большое спасибо, что вы ко мне подписываетесь, что вам интересно. Буду еще для вас видео снимать, более интересные такие, вот не только дачу. Не только там рецепты, может как-нибудь там на улицу, город сниму, Франкфурт сниму вам. Куда будем ездить отдыхать, мы в этом году поедем в отпуск, вам наш отпуск сниму. На рыбалку будем ездить, будем вам снимать. Мы очень любим выезжать вообще, выезжать, отдыхать. Всем пока, большое спасибо вам.